В Усть-Майском районе состоялось рабочее совещание по вопросам строящегося объекта школы на 400 учащихся в районном центре. Елена Моисеева узнала, когда учебное заведение распахнет свои двери для школьников. В Усть-Майском районе администрация муниципального района Усть-Майский Лус-район вместе с подрядчиком ООО «Кин-95», ведущим инженером производственного отдела сельского строительства, служба государственного заказчика Республики Саха-Якутия и конструктором проектной организации ООО «Квадратный центр» был проведен осмотр строящегося объекта школы на 400 учащихся поселке Усть-Май Усть-Майского Луса. Ну, конечно же, осмотрев объект после ряда переговоров и так далее, у нас был подписан акт по определенным замечаниям и недоделкам. Будет подготовлен в дальнейшем график производства работ по выполнению, устранению данных замечаний. И мы настаивали перед подрядной организацией, перед генеральным заказчиком службы государственного заказчика, чтобы срок ввода в эксплуатацию данного объекта был ближе к 1 сентября. В октябре 2012 года в районном центре в поселке Усть-Майя были забурены первые сваи для строительства Усть-Майской средней общеобразовательной школы на 400 мест. На совещании были обсуждены ряд вопросов, касающихся стройки и некоторых недостатков, обнаруженных в ходе проверки строительства школы и их устранения. О досрочном завершении строительства представитель генподрядной организации пока не говорит. Это зависит от ряда независящих от подрядчика причин, но осенью надеется, что новая школа распахнет свои двери перед школьниками и учителями поселка Усть-Майя. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Лус.